Сегодня я представляю роман Елены Чижовой «Время женщин», который был удостоен в 2009 году премии «Русский букер». Ну, немного слов о самой писательнице. Елена Чижова – это коренная петербурженка, которая окончила экономический факультет, много лет преподавательской деятельностью занималась. А сейчас она главный редактор международного журнала «Всемирное слово». Ее перу принадлежат 6 романов. Во всех она описывает советское время, и главные герои непременно слабого пола. Во времени женщин их 4 – мать-одиночка и 3 старушки, которые живут с ней в одной коммуналке. И постепенно эти соседки берут на себя все заботы по воспитанию девочки. Вскоре мать девочки от тяжелой болезни умирает, и старушки решают взять на воспитание себе Софью Сюзанну. Для того, чтобы ее не отправили в детский дом, добросердечные женщины разрабатывают план. О том, что у них из этого получилось и кем выросла эта девочка, вы узнаете, прочитав этот роман.